Сразу три припаркованные машины протаранил джип в Одессе. Это произошло поздно вечером на Тираспольской площади. От удара один автомобиль отбросило на столб. Ранена пассажирка джипа, она в больнице. По словам свидетелей, виновник аварии вел себя агрессивно и бросался на людей, которые пытались сделать фотографии с места происшествия. При этом в полиции сообщили, что явных признаков алкогольного опьянения у водителя не было.